Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть Friday Night Funkin'. Да, ребята, спустя, я не знаю, слушай, мы давненько ФНФ вообще не снимали, хотя, помнишь, мы очень хорошо прям хайпили, а тут вышла модификация PB Apocalypsis, которая, по-моему, 3 месяца назад, по-моему, вышла, ребята, да. Так что вот такие вот дела. Так, это при том еще демо-версия, да ну нафиг, реально? Ладно, фриплей. Надеюсь, именно ту версию я скачал. Ой-ой-ой-ой-ой, тут что-то прям много всего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ушки. Так, ну ладно, начинаем, наверное, с самого легкого, я так понимаю. PB Apocalypsis загружается. Оу. Так, начало бодренькое, в принципе, неплохое такое. Непонятно, в кого стреляем там. Что шмаляем, родной? Все, кнопочки нажимаются, а это самое важное, ребят. Но говорят, что модификация вообще имба. И вот зря я так, конечно, ее не снимал, блин, но... Блин, ну с мультяшками это вообще прикол. Даже стрелки прикольно так лагают, ребят. Гличится. Я вот этот мультик, кстати, не особо смотрел. Вообще, скажите, как можно его нормально посмотреть? Может, потом мы в ВК-плей чисто поглядим? Но это Гамбл. Блин, я уже не успеваю! Это первый уровень! Капец! Осуждаю. Максимально. Анимацию проигрыша лучше не глядеть. Блин, я почесаться хотел, ты понимаешь? Я почесать ногу хотел в конце. Да вы чё, блин? Офигеть, там продолжение. А это первая песня, прикиньте, ребята. Да... Да куда ты время там? Чё, блин? Thank you.
Пожалуйста, дайте мне расслабиться и почесать ножку. Я еще и кваску бахну, кстати. Так, на секундочку. Пожалуйста, скажите, что все. Пожалуйста, пожалуйста. Есть, ребята, я могу почесать ногу. Это жесть. Это просто жесть, серьезно. Что за... Что это такое? Так, ну ладно, мы идем на следующий уровень. Жесть. 3, 2, 1, гоу. Нифига себе, там стрелочки несутся! А мелодия-то прикольная. О, братишка, тихо-тихо-тихо. Не смейся так. А кто на заднем плане вообще? Джейк? Время приключений? Рыбка? Дай бог вылечим родного! Хорош! Рио наш плачет, бедный. Такс, найс, найс, ребята, неплохо. Так, что у нас здесь? Давайте быстро кваса хоть... Рубанем. Так, дальнейшее развитие. Что у нас сейчас будет? Дарвин его зовут? Там на заднем плане тоже кто-то из сериала. Это девушка Гамбола? Говорю, Джейк. Ой,
Или погодите, девушка это вот рыба? Вы хотите сказать, что котик с рыбкой дружит? Нифига себе. Даже никак съесть котик не хочет эту рыбочку. Этих рыбов. А, рыба друг. Ну, все. А на заднем плане именно девушка была. Все. Не, рыбка это его брат, господи. Блин. Этот мультик надо поглядеть обязательно. Ух, ля, он там глючит. Найс. Ну, естественно, все не просто так. Конечно, тут маленький скамчик в конце. Нос чешется. Да боже мой, то нога, то нос. Сделали так. Хорош, ребята, хорош. Идем дальше. Оу. До сих пор Гамбл, что ли? Я думал, если честно, тут прям будет хотя бы еще другие мультяшки различные. А тут прям один Гамбл. Блин, ну музыка волшебная, ребята. Бойфренд куда-то пропал. Дарвин — это его приемный брат. Да, у него девушка... А их... На заднем плане девушка Гамбл, а это рыбка — лучший друг. Все понял. Хреначить это эти стрелочки. Бля, сколько пикселей, а? Раз. Зараза. Ух!
Он заражается реально, смотрите! Жесть! Капец. Расслабляться нельзя, ребят. Колыбельная, да, такая? Ну, конечно, я так и думал, что какой-то подвох будет. Я так и думал, типа, смотрю, а что-то у меня стрелок нет, а там есть. Я думаю, надо нажать. Есть же. Так, тихо. Блин, ну какой подвох, прикинь, какой подвох. И опять заново, если бы мы сейчас просрали. Блин, ну это круто было. Так, идем дальше, ребят. Если есть тут секретные песни, обязательно напишите, как их активировать, ребят. Может, вы знаете? Что я фиг знаю. Опа! Это похоже жесть. Это жесть! Приходится спамить, ребят! Нифига себе! Это уже страшно. Thank you.
Господи, я в шоке, если честно, потому что думал, что до последнего что-то будет прям жесткое-жесткое. Ля, там еще дофига песенок-то, ребятки, вот в чем прикол. Блин, а это только первое, ля. Что творит, а? Чё-то не похоже, что мы как-то пытаемся сражаться с ним. Такое чувство, что мы просто паникуем и орём от безысходности. Посмотрите на Пиби. Я там качается, как маятник, да? Как, какая-то люстра. Так, ну найс. Хорошо, ребята. А, еще несколько, да? Так, тут, похоже, присоединится Джейк. У меня есть чувство. Там что-то бразер было написано. Да, я понял. А вот это мне нравится.
Хорош! Есть же, ребят. Так, найс. Блин, да сколько там уровней-то еще, боже мой. Я уже просто не могу. Боже мой. Это ж капец какой-то. Так, сейчас, секундочку. Ой, дайте отдохнуть, пожалуйста, сейчас, секунду. Так, ладно. А чё, мы продолжаем, ребят? Погнали. Надо дозаписать, я думаю, всё-таки. Ух. Их прям двое, ля. Ну, нас вообще-то тоже двое. 2-2. Найс. А то как-то нечестно было. Жесть. Джейк просто пока халдит. Так, что вы дальше придумаете? Вопросик. Нифига себе! Ага.
Ну это было мощно, прям капец. Хорош. Блин, ну какие-то морды просто на иконках этих. Все, это по идее последний уровень, ребята, так что let's go. Поглядим, что же там у нас будет. Давайте посмотрим. Что за... Он вылечился? Чего, блин? А, все понял. Вылечился, да, да. Офигеть. Блин, ну это великолепно, конечно, ребят. Уровень. Блин, ну шикарная модификация, ребят. Ну что тут вообще добавить? Что сказать? Просто великолепно. Я тебе скажу так. Ну что же, надеюсь, вам она зашла. Обязательно ставьте лайкосики, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.